Приветствуем вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас передача называется «Душевная вечеря». Это именно потому, что мы не претендуем на какое-то особое, серьезное и духовное осмысление. Конечно, участие священника в передаче по необходимости придает какое-то значение не только чувственное, не только какое-то эмоциональное или интеллектуальное, но и духовное. Но, тем не менее, задача наша поскромнее. Так, в порядке дружеского общения с нашими милыми собеседниками, Александром и Екатериной, так по-человечески взглянуть на какие-то важные темы для всех нас небезразличные. Но, конечно, я бы остерегся назвать нашу передачу «Духовная вечеря». Тогда совсем иначе должны были бы мы начинать с молитвы. Ну, конечно, я с молитвы начинаю, но про себя. И завершать молитвой, наверное. Должна была, даже внешний вид должен быть более духовный. Наверное, девочку потребовали бы, чтобы она покрыла главу, как минимум, для начала. А потом уже с ней бы разговаривали. В-третьих, старались бы не пересказать, например, какое-нибудь слово из Священного Писания близко к тексту, а, открыв книгу, зачитать. Точно, как и из творений святых отцов, воздержались, быть может быть, от шуток, которые, может быть, у нас иногда бывают, и не всегда, быть может, уж такие действительно безупречные по содержанию. Конечно, духовное, на мой взгляд, требовало бы совсем другого подхода. Духовное – это богослужение. Вы приходите на литургию, там нет ничего случайного, ничего вульгарного, ничего суетного, ненадежного, не традиционного, не святоотеческого, не благодатного. Вот тема духовности, она очень актуальна. Сейчас мы слышим это везде, иногда и в совсем светских, абсолютно далеких от церкви сообществ можно услышать. Давайте работать над повышением нашей духовности. Вот что такое духовность? Давайте будем посещать коллективные занятия йогой, например, и у нас повысится сразу духовность. Духовность от занятия йогой. Повышается или нет, Александр? Ну, с точки зрения индуистов, может, и повышается. Но мы-то должны по-другому на это смотреть. Но просто одно дело, мне кажется, йога. Здесь духовность именно из-за того, что другая религия, но она все равно привязана как-то к религиозности. Хоть это и часто говорится, что не так. А часто говорится духовность вообще, то есть даже не думая о каком-то там духовности, то есть в таком материалистическом смысле, имеется в виду искусство какое-то, и говорят, вот духовность. И я не знаю, может быть, это у нас так в стране, потому что, может, после Советского Союза как-то так осталось, но, по крайней мере, я часто вот слышу в среде таких светских людей, то есть духовностью, прежде всего, называют какую-то, ну, культуру. Дочка, а вообще... Разнообразие. Это, так сказать, духовность, знаете, чем еще даже... даже не просто культура, а то, что не относится к главным вопросам жизни. Главным вопросом жизни находится промышленное производство, получение прибыли, ну, в случае чего личная жизнь, плотские отношения. А духовность – это все остальное. То есть некоторая необязательная надстройка, которая, ну, как раз и может украшать слой жизнь. Слой культуры, скажем так. Ну да, что это? Слой культуры. Слой какой-то, да. Пена, я бы даже сказал. Но это замечательно ошибочный день. Я хотела спросить, а вообще, батюшка, вы как думаете, может ли быть религиозность без духовности и духовность без религиозности? Ну, как если мы это примерно как синоним употребляем. Для нас религиозность, но я думаю, современные молодые люди не совсем даже... Вы же начали как раз с того, что совсем современная молодежь не употребляет вот именно слово «духовность» в таком понимании, в контексте да. религиозности. Да, для них духовность – это, ну, в лучшем случае, занятие балетом. Походы в театр, к примеру, там просмотр новых фильмов. Да, у вас никакой фильмов. Духовной жизни. Это какой-то отрыв. Это, ну, скорее, да, прорыв. Цивилизованность даже в некотором смысле, культура какая-то, скажем так. Да, в общем, я, видите, мне кажется, сейчас правильнее обозначил. Это вообще все то, что не обязательное, но принимает в жизни какое-то участие. Обязательно. Не обязательно, это... то есть не основывается на каких-то твоих инстинктах и потребностях, которые нужно 7 минут да. удовлетворить. Очевидно, что есть потребительская корзина, ради которой, собственно, даже, наверное, какие-то люди, правители скажут, что нас, в конце концов, волнует, народная духовность да, чтобы или, все были сыты. Или все, что были сыты и довольны своей потребительской корзиной. Как обыватели, они довольны, что у них есть. Когда... Ну, мы досмотрим, и последнее время с искренним как-то воодушевлением ответы президента на вопросы народа.
Но поражает то, что среди четырехчасовой беседы не найдется ни одного вопроса, бывает. Какой-нибудь один, полтора, касающийся духовной жизни, церковной жизни, состояния совести. Это еще, наверное, хорошо, что его пропустили, вот цензура, там же у них жесткая цензура. Ну да, обсуждается. Вот есть возможность задать вопрос президенту. Вот у нас там была такая дорога, потом она что-то, что куда делся кусок земли? Да, очень серьезный вопрос. Вот производство, мы получали столько-то, стали, это надо разобраться, да, благодарим за сигнал. А вот эти международные отношения. Нет, я неплохо. Понятно, что и вникает первое лицо в нужды народа. Но нужды народа, никто не сказал же, простите, под помолиться негде, или преподают в контексте литературы русской, не пойми что. Ну вот, и не преподают то, что действительно воспитывало. Или по телевизору что идет. Вы сами смотрели? И как это воздействует? Лично своих детей вы посадите перед этими боевиками, бесконечными сериалами, тупыми, бездарными, которые собирают там максимум аудитории. Для чего нам телевидение? Это вопросы, но не духовные. Они касаются духовной жизни, именно правды духовной, которая должна воспитываться. Они, может, и телевидение, может, впрямую, конечно, как бы это и не духовная жизнь, но она как бы душевная, которая все равно... Да, как-то оно все-таки обозначить вот этот вот... Влияет на какое духовное состояние человека. Ведь все это все равно ведь важно, но если это не назвать духовностью, то вот с православных позиций как тогда к этому относиться? Нет, Катя правильно сказала, что это не относится к духовной жизни, но на духовную жизнь влияет. Она либо ее разоряет, либо ее созидает. А вот это особенно массовая культура. Телевидение – один из мощных средств управления массами. Как вообще средство массовой информации? Образование – мощнейшее средство управления массами. У нас есть место духовной культуре в этих пространствах. ОРКСИСЭ – это основа религиозной культуры и светской этики, которые иногда вовсе не готовые преподаватели в течение года, раз в неделю читают детям, еще у которых всерьез вопросы о смысле своего бытия не появились. Ну это что это духовная жизнь или ориентация на духовную жизнь в сфере образования? Или показывают, сколько передач у нас сейчас. Ну, все слава приходите Богу, к нам, несколько учиться. Минут дается Святейшему Патриарху, несколько минут дается митрополиту Илариону. Вот. Но где это разве достаточно для того, чтобы народ реально, причем народ глубоко запущенный в смысле духовно-нравственных ориентиров, был бы воспитываем с помощью средств массовой информации для того, чтобы получить здравые понятия, да еще и навыки в духовной жизни. Понятно, через телевизор навыков не получишь. Хотя сколько людей, благодаря телеканалу «Союз», вам известны такие случаи, да? Я говорю, человек, вот человек страдает, человек одинок, человек мучается, человек смотрит телевизор, кается в этом, ему некуда пойти, ему лень помолиться. Говорю, друзья, подключайте телеканал «Союз», ваша жизнь переменится. Слышал это? Знаю вот? Такие случаи. Вот, ну, Катерина знает, потому что речь там и о ее очень милых и добрых, близких родственниц. Подключается телеканал «Союз», но его же надо найти, до него же надо как бы самому... Причем иногда это какие-то препятствия возникают, то есть нужно включить его в пакет, в этом пакете его нет. То есть даже вот чисто православный канал, вот такой полноценный, найти, чтобы добиться, чтобы тебе его подключили, вот именно этот пакет. То есть персональные усилия, а мы говорим сейчас о здоровье нации или о духовности, которая должна быть правильно понята и усвоена. Если мы говорим, что существо человек трехсоставный, дух, душа и тело, то дух-то надо направить, дух надо воспитывать. Батюшка, вот чтобы мы все-таки не были голословными, не так давно в этой же студии сидели довольно светские молодые люди, и такие очень интересные именно с этой точки зрения. Может, вы могли бы, и вы поднимали какие-то темы, по которым можно было сделать некоторые выводы, чтобы именно вот не быть голословными. Может, вы могли бы как-то это вспомнить? В этом контексте прокомментировать, так, да. Действительно была очень милая и творческая личность. Которая тоже претендует, видите, на какую-то... Наверное, духовную такую... жизнь, ну да, разумеется. Но и интересный тоже считали, достаточно молодой человек, у которого такие... Активнейший. Да-да-да. И тоже он считает себя, я думаю, как бы таким духовным человеком. Ну да, собственно, для него тоже вот эта активность студенческой жизни – это образ духовности. Мне, может быть, потому интересны были эти собеседники. Не обсуждать их, да, именно как личности. Мы к ним вернемся. Я понимаю, что нет, я их и пригласил. Никак все-таки вы здесь сидите как единомышленники. У нас есть что обсудить. Может, в отношении игр компьютерных мы с Александром занимаем разные позиции, но в основном-то мы по основным мировоззренческим, именно по отношению к тому, что такое духовность, мы достаточно единомысленны. Явно, что духовность – это не наша душевность,
И никакие из земных там, развлечений или увлечений не могут заменить того, что касается жизни духовной, которая дает нам божественную благодать, прощающую грехи наши, в Царстве Небесное утверждающую шествие наше, в любви ко Христу нас утверждающее. Это вот духовная жизнь. С Церковью нас делающей неразрывным, целым, православной нашей, русской. А есть другое понятие? Конечно. Это либо искусство, я самовыражаюсь. Милейшие люди и собеседники, конечно, я вовсе, я понимаю, что это твой вопрос не потому, чтобы вас похвалить, а над ними усмехнуться. Да, просто как я, представители современной молодежи. Именно как представители современной молодежи, которые теологией не обработаны, не отполированы, не отфокусированы, не от... Да, не обработаны. Тут просто, мне кажется, дело в том, что большинство людей, на которых я встречаю, не воцерковленных, они привыкли, то есть... так сказать, они в богословские мнения не особо там вчитывались. И то есть тело, душа. И да. Получается, что они духовность как раз называются, если можно так сказать, душевность. А что есть еще что-то выше, они в принципе просто этого и не знают. И может быть отсюда тогда получается, что вывод такой, что у них все к искусству сводится. Тогда может как-то стоит объяснить людям, что потребности еще и духа есть, что это уже совсем отличное от потребностей души. И как бы эти люди, которых ты совершенно справедливо характеризуешь, не попались бы на удочку католицизма. Потому что папизм, он как раз и практически считает духовностью душевность, направленную на религиозные христианские предметы. Какие-то эмоции. Эмоции, связанные с религиозным. С этим, наверное, связаны вот эти все их нововведения в богослужении, чтобы привлечь молодежь, заинтересовать там всякими этими инструментами. Они не различают боги в их вероучении, божественную непостижимую сущность, и божественной энергии. Вы сегодня как готовые к экзамену по догматике, наверное, киваем понимаете. Головами. Понимаете, различия. А во всяком случае, активно киваете. Да-да, такой вопрос у нас есть, который мы должны вам осветить. То есть человеку православному, наверное, надо как-то, или, по крайней мере, так сказать, неофиту, надо объяснить, что помимо того, что укрощение тела, нужно укрощать и душу. А здесь уже, то есть дух стоит выше, и получается духовные потребности. Прекрасно. Они же выше, чем... Автоматом вам, Александр. Чем культурные. И вот, да, то есть, да. Тогда вопрос такой получается, а если человек вот эти вот как раз искусства, и оно на него так влияет, что он действительно становится там лучше, становится следит за собой. Воспитывает чувства. Совестливый человек. То будет ли это духовностью, но без церковности? А некоторые ведь приходят именно через духовность. Искусство может, как мы сказали о телевидении, уж тем более искусство, оно может людей подвигать. Конечно, для меня Федор Михайлович Достоевский, Лесков, ну что-то из прекрасного написанного на русском языке по преимуществу, было продвижением к церкви. Когда я в 22 года принял святое крещение, то во многом моими существенными доводами к этому шагу в духовность стало вот это творчество, которое на эту духовность указывало. Оно его еще не имело. В театре не прощаются никакие грехи. Но, посмотрев какую-нибудь блистательную пьесу, даже Чехова, мы, дядя Ваня, будем жить, а потом, когда мы умрем, мы скажем, что мы страдали, мы мучились, мы терпели, и Бог сжалится над нами. Мы увидим ангелов, мы услышим ангелов, мы увидим небо в алмазах, мы с тобой, бедный дядя. Ну, конечно, это такая, это не проповедь даже Царства Небесного, это всего лишь жалостливое сердце, которое плачет по поводу своего... дяди Вани, бедного и запутавшегося в жизни, пришедшего к полному унынию и отчаянию. И вот живое, девственное, нежное русское сердце оплакивает этого дядю и говорит ему слова утешения, которые к нему почти не попадают в сердце, потому что у него нет веры, и он не верит ее верой. Она только лично его утешает. Вот душевность. Соня, по-моему, ее зовут. Она утешает этого дядю Ваню, а и она для него действительно лучик света. А не то, о чем она говорит. Она говорит, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы с тобой, милый дядя, отдохнем, ты плачешь, ты не видел в жизни счастья, но верю, я верую горячо, страстно, Бог сжалится над нами, и мы отдохнем. Эта ее убежденность не передается ему, как ее вера, но ему утешение, этот луч, который всегда есть и у великих режиссеров, как правило, он тоже связан с какой-то чистой девушкой, с какой-то женской любовью, которая... превыше чувственной, а вот это любовь, которая скорее как жалость, любовь как жертвенность. Вот это интересно в русской классике. Это может тебя туда подвинуть.
Но ты можешь остаться дядей Ваней, которому все равно утешение только это Сонечка, которая сама лично, находящаяся рядом с ним, может быть источником ну, какого-то отдохновения, какого-то успокоения в своих скорбях. Но такого человека духовным еще назвать нельзя. Да, нельзя. Но глядя на это произведение искусства или участвуя в нем, например, мне, например, очень нравился этот женский монолог, когда мы этим занимались, все более-менее серьезно. Вот. Но немногие могли его так читать хорошо, играть это. Потому что он, наверное, не чувствует тоже. Да, потому что они могли успокаивать. Дедушка, дедушка, ну вот ты плохо все было, ну все будет хорошо. Они просто не понимают. Чехов это понимал, опять же, сам, интересно, сам не будучи церковным человеком, сам более увлеченный романами, но как все-таки гениальный наш драматург и писатель, писал великолепные рассказы, повести, пьесы, действительно показывая, как в людях, причем не сухо, не схоластично, а как-то так живо, на живых образах, может сталкиваться душевность и духовность. Так что искусство, конечно же, может приближать к духовности, но не водить туда. Как Моисей, который может 40 лет водить Израиль по пустыне, но уже не он, а и его преемник по имени Иисус, предвозвещая в этом тоже, пророчествуя о грядущем истинном Мессии, Спасителе, вводит в землю обетованную. Так и здесь, видимо, не сами люди искусства, а ангел-хранитель. Не сами искусство, не само искусство, но промысел Божий. Не само искусство, но сердце человека, уже смягченное покаянием, в том числе и с помощью хорошего творчества, может войти. Но здесь должно трудиться тогда над человеческим сердцем, над молодым. И искусство, которое должно быть регламентировано, но сейчас, по-моему, составляется какое-то кредо российского искусства, что-то какие-то приоритеты. Сейчас готовится такой документ, в котором будут как-то сформулированы приоритеты того, что мы будем называть нашим отечественным искусством. И если там не появится определение православных идеалов для нашей России, то это будет какой-то документ непонятно для чего, мертворожденный. То есть он опять в формулировках европейских, мы видели эту культуру, это Евровидение, мы знаем это, полную деградацию. И если мы не сформулируем для нашего Отечества ту культуру, которая законной, ту культуру, которая возводит к русской духовности, православной культуре, то она будет, конечно, ну просто уже мертворожденным, никчемным документом. Мне кажется, мы все-таки как представители современной православной молодежи можем сказать, что, по крайней мере, о своих, скажем так, о представлениях о духовном человеке можем говорить. И, ну, конечно, я, например, сужу все-таки больше по среде такой теологической. У нас все-таки человек духовный, это, скажем так, авторитет. Mm-hmm. То есть, к примеру, даже какая-то проблема, разговаривают студенты и говорят, что вот есть, например, такой преподаватель, ну, конечно, речь, когда идет не о священниках, и он еще как бы плюс к тому, человек духовный, он тебе сможет подсказать, он тебе сможет помочь, он к тебе внимательно отнесется, то есть, и также, например, когда ты, ну, к примеру, там, или там человек духовника выбирает, или еще что-то, он говорит, вот этот батюшка, он человек духовный, или там, ну, к примеру, нужно просто совет получить какой-то, вот этот батюшка духовный, я к нему пойду, к примеру, то есть авторитет. То есть он рассуждает по знакам вечности, значит, то есть он не просто прагматик, он не просто преподаватель квалифицированный, а при этом еще человек церковный. То но есть здесь важно именно то, что церковный, потому что я все-таки, и так как ну, чаще всего на общежитии опираюсь, потому что там вижу в основном светскую молодежь. Срез общества. Да, так, то есть совсем что разные люди. И многие, ну как, относятся к христианству, допустим, ну положительно, но не воцерковленные люди. И они говорят, ну вот, ладно, вот аскеты там какие-нибудь христианские. Да, духовные люди, несомненно. А вот, не знаю, например, Далай-Лама, а вот он тоже духовный. А почему, говорит, его не назвать духовным? Потому что вот он тоже там сидит, посты, так сказать, своеобразные соблюдает. Вот тогда как его назвать, духовным или недуховным? Прекрасная формулировка, по-моему, преподобного Иоанна Дамаскина. Если бы в посте главное была бы пища, то святыми, были бы коровы. Святыми были бы коровы. Поскольку они всегда на траве сидят. Очевидно, что есть именно обретение Христа, единение с Ним. И в покаянной молитве своего сердца, и в делах жизни своей, и составляет, собственно, и цель поста, который только помощник в том, чтобы путь Христа познания, Богопознания, путь служения Господу, путь усвоения себя Христу и себе Христа осуществлялся удобнее. Поэтому понятно, что духовность вне Христа — это демоническая духовность. Поэтому мы, наоборот, когда говорим о духовности, мы
говорим, ты уж лучше будь душевным и плотским, чем подпади под демоническую духовность. Хуже этого нет. Каноническим препятствием там для рукоположения священства являются, например, плотские падения, вот какой-то предыдущий там неоднобрачие, так скажем. Но некоторые и сейчас опытные духовники считают серьезным каноническим препятствием для принятия благодати священства это впадение в духовный блуд, а оказаться оккультизмом, подверженным влиянию духов тьмы, которые, если плотское все-таки и со временем изживается, и поэтому в наше время домостроительство церкви дает полноту цели, домостроительство церкви дает полноту власти архиерею определить, в какой мере покаяние врачует какие-то нанесенные телесному естеству, ну и душевному, конечно, раны через какие-то вольности и ошибки молодости, но повреждения, наносимые от демонической духовности, душе, они бывают почти неизживаемы. Ну что ж, дорогие друзья, действительно не такой уж формальный вопрос, что такое духовность. Нету ее, весь человек превращается в плоть, как говорит Господь, «Не имади дух мой пребывати в человецах сих, ибо они плоть, суть». Очень страшно, по сути, остаться плотью, тогда как ты призван быть подобным ангелу. Помоги нам, Господи, в этом делании, самом главном в жизни. Благодарим вас за беседу, душевную, но не лишенную, мне кажется, духовных ноток. Божьей помощи, друзья. До свидания. До свидания.